Привет всем. Я очень рад сегодня возможности встретиться. Я первый раз был у вас в 2010 году. Сейчас вот у нас 2014 год. Республика развивается. Это хорошо. Сегодняшний повод очень хороший, потому что, скажем прямо, довольно редко в нашей стране театры новые появляются, особенно когда речь идет о региональных театрах, о театрах, которые расположены в провинции. Это просто очень отрадное событие, поэтому, надеюсь, мы сегодня все будем рады. Ну вот, наверное, все. Дорогие друзья, у нас не очень часто открываются новые театры. Это всегда событие в жизни страны. А если говорить о театрах, которые открываются в регионах, то, наверное, это довольно редкая история. Тем она приятнее. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве нового здания театра, кто способствовал этому своим трудом, помощью, кто хотел, чтобы это событие состоялось. Я вас поздравляю, оно состоялось. В России появился новый театр. В добрый путь!